Илюш, ты знаешь, ну... Ты мой дом, ты мой лучший друг. Ну, ты все самое лучшее, что есть у меня. Как бы... Ну, моя жизнь не могла сложиться иначе. То есть без тебя бы ее не было. Вот. Ну, я клянусь тебе, что я буду хорошей женой. Я клянусь, что я буду бесконечно твоей. По принуждению, по недомыслию или безрассудству, но с благоговением, обдуманно и сознательно. В браке людей должны объединять взаимная любовь, привязанность, уважение, стремление оберегать друг друга и желание прожить вместе всю жизнь. Согласны ли быть для него той самой единственной и верной музой, рядом с которой будут радоваться его душа и сердце?